Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Enlisted. В Enlisted мы сегодня с тобой продолжаем играть, нас сразу же закидывает на ферму Аль-Джабаль-Юг вторжение, потому что нас сразу игра поняла по той серии, она сразу поняла, что мы очень крутые, и нас надо кидать крутым чувакам. И нас, конечно же, закинуло. С тобой мы будем брать что? Правильно, мы защищаем, а мы уже одну точку просрали, ага, понятно, возможно, опять кинуло к неудачникам. Видимо, игра решила, что я крут. Я такая, блин, давай, он крутой, он все сделает, это ж Волгин Плей. Давай, кинь его к неудачникам. Давай, давай. Че, посмотрим по счету? Да, действительно, нас кинул к неудачникам. Ай, блин, я. Лайки ставим, значит, я проверяю потом у всех, кто сколько лайков поставил. Кто лайки не ставит, тот все. Тот потом все. Чувак, тебя пытаются убить, да. Тебя убили. Тот все, потом, ребят, короче, у того все. Да, лайки ставим, не забываем. Так, давно, кстати говоря, не играл в Тунисе, ребят, очень давно. Что-то там никого нет, странно. Нет, там есть кто-то. Так, тут какие-то задроты сраные опять. Опять сраные задроты. Пошел в жопу. Опять задрот, ребят. Опять задрот вот эти вот сраные. Опять дисбаланс вот это. Ух, у меня бомбит уже жопа. Ух, бомбит жопа. Ух, этот дисбаланс. Ух, этот Enlisted. Ух, одни боты. Одну точку не можем удержать. Смотри-ка, здесь мы что-то держим. Кстати говоря, рука. А, нет, или что? А, рука как-то у нее неправильно сверху. Ну да ладно. А, неважно, короче. Полетели. Полетели мы с тобой. Видим то, что нас здесь чпок-чпокают. Чпок-чпокают. Где кто? Хоть подметку какую-то дали бы. Я не знаю. О, минус 6. Нормально. Пометка даже не нужна. Давай еще раз слетаем. То нас кинуло к неудачникам каким-то. Даже как-то стыдно. Че никак? Че, просрали точку, что ли же? Да, враг уже захватывает, при том же активно. Да, ребята, счет великолепный. Давно я такого здесь не испытывал, давно. Видимо, апнули, скрытый ап произвели немецкой стороны, ну, стороны противника, да, произвели. И теперь тут они, как видишь, якобы нагибают. Да, ну, в общем, такое, да, себе дело. Полетим, полетаем. Вот такая будет, знаете, летная серия, спокойная летная серия, где мы летим с тобой и наслаждаемся пейзажами. Пустынным пейзажем. Не всем, конечно, нравится пустыня, да, соглашусь, жарко, душно, воды нету, все очень плохо. Ну, а что поделаешь, вот такие вот пироги тоже бывают. Мы с тобой летим, не торопясь, разворачиваемся и летим назад. Летим назад и сейчас будем как-то сбрасывать бомбы, не знаю как. О, ZH-29 против нас играет. Вот видишь в чате, видишь, в правом верхнем углу. ZH-29 это какой-то там охерен уже прокачанный чувак. Задрота, ребят. Баланс в игре великолепный. Да, видно по счету. Да. Вот такая вот игра. Да, не все мне нагибать, конечно. Видимо, действительно, игра посмотрела предыдущий мой бой. Она, видимо, сама зашла игра и посмотрела мою катку. Она посмотрела мою катку, сказала, чувак, ты слишком крут. Давай-ка мы тебя кинем в стадо неудачников. Я говорю, давайте. Давайте. Кидайте мне в стадо неудачников. И игра меня кинула туда, куда я ее не просил. А, сейчас я глаз почешу. Ну, то есть, как я пойду с нечешенным глазом? Это ж как, это плохо. Так, здесь у нас точка, значит, там враг. Ага, даем команду всем. Агрессия. Давно я в Тунис не играл. Раньше в Тунисе все было намного лучше. Сейчас что-то все. Сейчас что-то, ребята, все. О, выгибальщики здесь. Выгибальщики тут, выгибальщики здесь. Да.
Да-да-да, кар, VPN, это, ну, понятно, понятно, баланс великолепный в игре. Что бы нам сделать, ребят? Что бы нам сделать? Можно кинуть гранатку, ювелирно. Саша, Дима, ювелир. О, и накрыть сразу аж семерых, одной гранатой. Великолепно, великолепно. Можно отойти сюда, и все. И все. Можно выглянуть. Ага. Да, можно просто сдохнуть. Что здесь я могу предположить? Ну, во-первых, предположить то, что мы всосали. И очень густо. И очень густо мы всосали. Да. И все, ребят. Так, давайте сюда. Ну, а что сделаешь, ребят? 60, вон, смотрите, счет великолепный, да? Я, кстати, давно, ребят, у меня вот таких хаток очень давно не было. Вот таких вот. Это вообще, блядь, жопа. Это вообще, блядь, жопа. Куда ты, блядь, побежал, бегун? О, задроты, блядь, сраные. Господи. Понарожают, блядь, задротов. Потом страна не знает, что с ними делать, блядь. Господи, просто простреливает через все. А, ладно, я пошел. Пиздос. Стреляйте сами. Я пошел. С этими задротами я ничего общего иметь не хочу. Быть задротом плохо, ребят. Вот. Почему? Потому что, ну, когда ты задротишь, ты сидишь круглыми сутками за компьютером, а это значит, у тебя портится зрение, портится осанка, портится все. Да? И ты всем портишь качку. Катку. Да блин. Я думаю, здесь оптимально для меня. Я думаю, здесь оптимальное для меня место. Заебал. По стрелам. Стреляет, стреляет. Стреляет, стреляет, да, постоит. Давай ботиков их постреляем. Постреляем по их ботикам. Че там, это все в окне настреливает? Тоже на снайперку перешел. Пиздюк массовый. Так. Перезарядим. Вот все время, блядь, кто-то перед лицом. Вот как ты только хочешь стрелять, все время кто-то перед лицом бегает. Вот все время кто-то бегает у тебя перед лицом. Это куст. Это куст. Смотрим на счет, великолепный счет в игре. Да, ребят. Видите, он меня не видит. Это тупой бот. А это еще тупее бот. Давайте с вами, я думаю, закончим серию на том, что мы полетаем на самолете, да? Потому что вот эти вот задроты в циферные, ну, ненавижу их. Ну, в смысле задрот. Задрот, мальчок. Полетим сюда. Как чувствовал, что не надо идти в Тунис, ребят. Просто я очень давно не играл в Тунис. Я даже на стримах очень давно не играл в Тунис. Даже очень давно. А тут я решил поиграть в Тунис. Думаю, дай-ка вспомню, это ж Тунис, это ж прикольная карта. Раньше была одна из лучших. Минус 11, нормально. Была раньше одна из лучших карт компании. Была самая лучшая, сбалансированная, великолепная, атмосферная. Ну, а теперь, видимо, тут одни задроты. Либо, не знаю, может, онлайн упал очень сильно и не знаю, что происходит. Что-то да происходит, ребят. Что-то происходит в этой жизни не так. Давайте полетаем. Тут немножко осталось. Да, и эту. Мне кажется, я на этих больше сделаю. Может, игроки... Нет, судя по званиям, ну, некоторые, может, только начали играть. А может, это боты. Ну, в общем, проблема. Проблема. У меня, ребят, большая проблема. Точнее, не у меня, у игры. Ох, красота. Воздух чистый, такой, знаете, природный. Правда, лесов нет, плохо.
Но ничего. Как-нибудь справимся. Кстати говоря, нет, тут что-то зарастает потихонечку кустами. Там, если вот смотреть, там потихонечку деревья какие-то растут. А там, где дерево, там и два, где два, там и лес. Понимаете, там уже джунгли будут скоро. А где джунгли, там свой микроклимат. Там свой микроклимат, микроатмосфера. Я всего лишь одного убил. Какого-то кемпера. Ладно, все, наверное, на этом, да? Я думаю, сейчас я пока летаю, наверное, они уже захватят, да? То есть мы не успеем, наверное, ничего сделать. Ну, пускай, не хочу я там бегать с этими... Вон, он с подствольными гранатометами, с гранатомета стреляет. Да-да-да. Ах, давайте еще раз взглянем на этот великолепный баланс в этой великолепной игре. Бывает и такое. Давно, честно, вот я давно в такие катки не попадал, где я, по сути, единственный игрок. Очень давно. У меня просто некоторые спрашивали, типа, а что ты перестал Enlisted снимать? Типа, а что не снимаешь серии, выпускай серии? Вот поэтому я и не снимал. Как бы вот, чтобы вот от такого свою нервную систему беречь, нужно играть в это как можно меньше. И ты бережешь свою нервную систему, свои пальцы, голову, клавиатуру, мышку, понимаешь, монитор особенно, а то ведь можно и сломать что-то ненарок. А надо беречь. Надо, ребята, это все беречь. Лайки ставим. Ты скажешь, а за что тебе лайки? Ну, по крайней мере, хотя бы за то, что я топ-1 держу в своей команде. Хотя бы за это лайк. Ой. Че там? Минус 2. Ладно, пойдем, выйдем. Мужики, вот здесь вот, вот здесь и вот здесь. Здесь везде опасность. В виде врага. В виде жопы. Метки никто не ставит, ничего не ставит. Ну, понятно, все понятно. Все предрешено, ребят. Уже за нас уже все решили, к сожалению. Да. Смотри, как падает. Ну, в смысле, он приземлился. Это он не упал, это он приземлился. Это ноу-хау просто. Хорошо летит. Замечательно. Let's go, yeah, yeah, let's go, bro, yeah. А, да. Быстрое сообщение, давайте напишем, где вы все хуесосы, где тут? Извините, ребят, извините, что мы катку слили. Да, я даже добежать не успею, да. Ну, давайте ляжем около фонтанчика. Вот такая, ребят, катка получилась. Великолепно. Эх, ладно. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Когда-нибудь она будет. Обязательно. Герой битвы. Один герой битвы. Видали? Герой битвы один всего лишь. Вот так вот. Вот такие вот пироги. Да. Увидимся с тобой когда-нибудь в следующей серии. Там что-нибудь поиграем еще. Всем до встречи, всем пока.